Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, чего же нельзя прощать своим обидчикам. Какую обиду нужно отпустить, а что нельзя прощать. Итак, друзья, далее все более подробно в этом видео. Многие люди верят в то, что нужно отпускать и прощать обиды. Что сделать, конечно, непросто, но важно учиться этому. Обида несет в себе темный негатив, энергию разрушения, что губительно сказывается и на психологическом, и на физическом состоянии человека. Обиды сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни, по нашей воле или нет. Но мы оказываемся вовлеченными в какие-то конфликтные ситуации, порой даже больше, чем можно себе предположить. Это происходит и в семейных отношениях, на работе, даже в общении с малознакомыми людьми. Поводов для обиды множество. За годы жизни накапливается большое количество обид, которые сами по себе никуда не исчезают. Мы периодически вспоминаем их и как бы возвращаемся в то время, когда они были нанесены, и переживаем их заново. Обида убивает нас на энергетическом уровне, она подобна хламу в нашем доме, не позволяет чему-то новому и светлому прийти в нашу жизнь. Люди, у которых много обид, даже внешне отличаются от других. Они сутулятся, часто спотыкаются, ходьба тяжелая, так как сами того не понимая, на своих плечах они несут груз обид. Душевное равновесие и освобождение от этого негатива – это основа благополучия человека. Все говорят о том, что обиды нужно отпускать, но на самом деле сделать это совсем непросто. Здесь играет роль несколько факторов. Какие же именно? Первое – это человеческий фактор и человеческий характер. Насколько ему просто прощать, насколько глубоко накопившаяся обида, как давно была нанесена душевная травма, какие последствия возникли в результате обиды, насколько тесны взаимоотношения с обидчиком, насколько вы готовы и как сильно ваше желание освободиться от негативного влияния обиды. Важно в данном случае то, за что, за свои мысли, поступки, за все то, что произносится вслух, вы должны нести ответственность. Однако обидчик не задумывается о том, что своим поступком заставляет страдать другого человека, принося ему еще большой вред на энергетическом уровне. Вы же стоите перед выбором, простить или нет, позволить и дальше негативу причинять вам боль, или вы имеете право на освобождение от него. Желаете освободить место для светлых эмоций и перемен в жизни в лучшую сторону. Как же научиться прощать? Обиды имеют еще очень нехорошую способность накапливаться, как снежный ком. Если бы от них можно было бы освободиться при помощи мысли или по щелчку пальцев, то на душе было бы всегда светло и спокойно. Но ведь это далеко не так. Прощению, как и всему другому, нужно научиться. Каждый человек пытается найти выход из сложившейся ситуации. Это может быть и обращение к религии, к психологу, либо обращение к духовным практикам. Но большинство людей живет своей обычной жизнью с постоянной нехваткой времени на это. Научиться прощать – это вполне задача разрешимая и жизненно необходимая. Но подходить к этому вопросу все-таки нужно осознанно. Нужно прежде всего осознать, что вам даст прощение, что вы получите взамен, для чего положительного может освободиться место в душе, когда вы избавитесь от негативных эмоций. Также вы должны понять, что обида – это зло, которое не дает спокойно жить, все время возвращая вас в тот момент, когда вас обидели. Нужно из того, что произошло, почему произошло, сделать соответствующий вывод, задуматься о том, почему же это произошло. Возможно, следует поговорить с человеком, который вас обидел, рассказать ему о том, что вы обиделись, что вам эта ситуация неприятна. Он осознает, что был неправ, и попросит, возможно, у вас прощения. Бывают случаи, когда простить очень сложно, так как человек своим поступком нанес вам очень глубокую рану. Для многих обида и чувство обиды – это одно и то же, но это далеко не так. Обида – это житейская ситуация, которая принесла с собой негатив человеку, а чувство обиды – это переживание уже этой ситуации.
Конечно, обиды стоит прощать, так как они прежде всего вредят тому, кто их носит в себе. Они раздражают, они портят настроение, мешают плодотворно работать, могут закончиться заболеваниями нервной системы, а также депрессиями. Прощение – это такая ситуация, которая помогает в отношениях с окружающими нас людьми. Говорит о том, что мы высокой моральности люди, мы мудры. Если мы умеем прощать, если мы с вами не умеем прощать, то нас называют черствыми людьми. Прощение – это когда негативную ситуацию, воздействующую на ваше биополе, нужно лишить негативной энергии и попытаться наполнить его светлыми энергиями. Чтобы избавиться от обиды, используйте в своей жизни обязательно ритуалы, практики. Вот один из самых простых. Включите тихую, спокойную музыку, сядьте в удобное кресло, зажгите белую свечу, возьмите ее в правую руку и медленно водите ней перед собой. А сами смотрите на нее, не отрываясь, освобождая таким образом голову от посторонних мыслей. Затем закройте глаза, вслушайтесь в музыку и представьте себе лицо обидчика. Если их несколько, то по очереди каждая. Каждому из них говорите, можно даже вслух, «Я тебя прощаю» или «Я на тебя зла не держу», «Я тебе желаю здоровья», «Я тебе желаю счастья» и так далее. И каждый следующий раз будет возникать после того, как исчезнет предыдущий. Когда закончите, откройте глаза, внимательно посмотрите вновь на пламя, вы почувствуете, как огонь очищает вас от негативной энергетики обид. Поблагодарите огонь и Вселенную за помощь. Дайте свече полностью догореть. Огарок нужно будет выбросить. После того, как вы закончите, у вас на душе будет легко и приятно, так как вы избавились от негатива обид, отпустив их. Вот еще один из действенных ритуалов, но проделывать его нужно на убывающую луну. Для этого вам понадобится свеча черного цвета. Энергетика такой свечи способна избавить от горестей, прошлого и обид. Свести их до минимума, нейтрализовать их негативные энергии. И свечу белого цвета, клубок черных шерстяных ниток и ножницы. Этот ритуал поспособствует тому, чтобы из вашей жизни ушла вся горечь от произошедших негативных событий. Возьмите плоскую тарелочку, установите на ней свечи. Тарелка должна быть без сколов. На черной свече напишите имя человека, который вас обидел. Если это несколько человек, то напишите несколько имен. С помощью визуализации своей энергетики передайте свече весь негатив, который вы желаете удалить из своей жизни. Затем зажгите черную свечу и проговорите такие слова: «Гори, гори, все негативное из моей памяти убери. В душе моей след не оставляй. От сильного негатива меня избавляй. Вместе с огнем обиды уйдут, их место положительные эмоции займут». Отрежьте от клубка ножницами кусочек нити и сожгите ее. При этом представляете, как ваша обида вас покидает. Если их было несколько, то отрезайте столько кусочков нити, сколько обид. Каждую сжигайте, но следите за тем, чтобы они полностью сгорали. Когда нити сгорят, вы почувствуете облегчение. Когда на черной свече расплавятся имена обидчиков, от нее только тогда вы можете зажечь белую свечу. Это будет символом того, что плохое от вас ушло, а на смену пришли позитивные, добрые энергии. Вы можете даже проговаривать их вслух, все, что вы хотите получить. Например, любовь, счастье, благополучие, достаток, здоровье, деньги и так далее. Когда белая свеча хорошо разгорится, черную потушите, огарок черной свечи отложите в сторону, а белой свече обязательно дайте догореть до конца. Огарок черной свечи бросьте в воду водоема. Если такого нет, то можно в фонтан. При этом скажите такие слова: «Вода водится, все, что осталось от обиды, с собой забери и подальше унеси. Больше они меня не беспокоят, память моя от них чиста, не осталось от них ни следа». Огарок белой свечи оставьте дома, пока полностью не сотрутся с памяти обиды. Если какая-то из них все же осталась и имеет сильную негативную энергетику, то ритуал повторите через месяц, снова-таки на убывающую луну. Все ваши обиды исчезнут из памяти по мере того, как будет убывать луна.
Есть такое выражение, что бумага все стерпит. И это как раз наш с вами случай. Напишите на бумаге все обиды, которые вы помните, которые не дают вам спокойно жить. Можете начать даже с каких-то детских обид, если таковые имеются. Опишите конкретных людей, ваши к ним претензии, тяжелые какие-то ситуации, которые оставили след в душе. Отношения с близкими, которые по какой-то причине не сложились. Пишите все, что вас не устраивает. Далее прочитайте и возьмите белую свечу, поставьте ее на блюдце и сожгите ваш список. Попрощайтесь мысленно со всем тем, что сейчас горит. Представляете, что все это уходит от вас, на душе делается легко и спокойно. Пепел развейте в окно со словами: «Энергетика огня сильная, от нанесенных обид избавит меня. Память от них освободит, светлыми энергиями меня окружит». Свечу затушите, и к этому ритуалу можно прибегать постоянно, чтобы не накапливать в душе обиды. Не давайте тяжелому осадку осесть в вашей душе, потому что таким образом, когда у вас, вам тяжело, вы таким образом сами накапливаете вот эту негативную разрушительную энергию, и она разрушает первоначально вас, а потом ваших недоброжелателей и врагов. Помните об этом. С вами, как всегда, был канал «Код изобилия». Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.